Так, друзья, сегодня участники фотомарафона должны были прислать нам фото шоколада. В проявлении таком рисунок шоколада. Вот, собственно, мы получили огромное количество фотографий разных, всяких интересных. Но наша душа Жени повернулась к одной потрясающей фото. Вот мы перед тем, когда мы ее посмотрим, давайте посмотрим те рисунки, которые вы к нам прислали. А поводом для этой темы фотомарафона стал Всемирный день шоколада, который 11 июля отмечается на нашей планете. Я думаю, что вы сегодня тоже отметили, как минимум за завтраком, хотя бы капельку. А это значит, что настроение у вас на целый день должно быть просто максимально правильным, веселым, хорошим, задорным. Ведь шоколад поднимает настроение, правда? Ведь известная пословица гласит, Вера, без шоколада жизнь... Какой? Все. Давай уже победителя объявлять. Давайте посмотрим на фотографию и рисунок победителя. Это не совсем рисунок, это фирменный, а как оказалось, шоколад ДРБ. Мария Букатина, автор этого снимка, я надеюсь, этого шоколада. Действительно, такую плитку я нигде не видел. Это правда. Эксклюзив? Ну что ж, сейчас наши редакторы расскажут, как и где сможете забрать свои призы. Друзья, желаем вам всем потрясающего дня. Да. Мы завтра утром увидимся, надолго не прощаемся, сейчас песня. Подписывайтесь на нас, кстати, в Инстаграме. И сейчас у нас будет дневник славянского базара. Но ведь это же песня, это же славянский базар. Давайте смотреть. Хорошего дня. Пока. Пока-пока.